В Тверской области отремонтировано 555 километров дорог, в полтора раза больше прошлогоднего. Предварительные итоги программы ремонта региональных и местных дорог в 2019 году подвели в региональном правительстве. Также в центре внимания Кабмина были ключевые направления дорожных работ на ближайшие 3 года. Все подробности в нашем материале. Модернизация сети автодорог, повышение транспортной доступности напрямую влияет на рост экономики и реализацию потенциала всех территорий Верхневолжья, считает губернатор Игорь Удэня. Поэтому приведение в нормативное состояние дорог – один из приоритетов развития Тверской области. Приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети является одной из приоритетных задач в работе правительства. В 2019 году у нас началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Нацпроект открыл новые возможности для нашего региона. В текущем году плановый объем ремонта дорог регионального и местного значения увеличился более чем в 1,5 раза, как мы с вами и говорили. У нас в текущем году должен быть выполнен показатель минимум 555 километров дорог. В том числе по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтировано 4 участка дорог регионального значения: Торжок-Осташков, Тверь-Бежецк-Весегонск-Устюжна, Осташков-Сележарова-Ржев, Красномайский-Фирова, а также 27 объектов Твери. Общий объем дорожного фонда региона в 2019 году составил почти 11 миллиардов рублей. Из них почти 2 миллиарда 800 миллионов было направлено в качестве поддержки муниципалитетам на проведение дорожных работ. Ремонтная кампания в 2019 году на дорогах муниципальных образований закончена на 331 объекте. Среди лучших муниципалитетов по срокам завершения работ по подготовке проектных документаций можно отметить администрации Андреапольского муниципального округа, Зубцовского, Оленинского, Старицкого районов. Также впервые в этом году были предоставлены субсидии муниципальным образованиям на повышение безопасности дорожного движения. Установлено 319 светофоров, более 2000 дорожных знаков, почти 10 тысяч погонных метров пешеходных ограждений, более 2000 погонных метров барьерных ограждений, более 6,5 тысяч погонных метров линии освещения. Оборудовано 243 искусственных неровности, почти 2000 погонных метров разметки. Эксперты подчеркнули, что задача нацпроекта «Безопасные качественные автомобили» дороги по понижению смертности в 3,5 раза к 2024 году требуют еще больших усилий. Правительство Тверской области уделяется серьезное внимание вопросам безопасности дорожного движения. Объем работ, как в целом дорожных работ, так и отдельных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, значительный. Помимо приведения нормативного состояния дороги, как инженерного сооружения относительно ровности, покрытия и других элементов, мы считаем, что непосредственно на безопасность движения надо воздействовать точными мероприятиями, направленными на безопасность движения пешеходов, создание безопасных движений для совершения маневра гоно-транспортных средств, на движение безопасное в темное время суток, а это строительство линий наружного освещения. Мы полагаем, что скоростной режим должен контролироваться. Это мероприятие дает мгновенный эффект снижения аварийности на этих участках. Задачи на ближайшие 3 года – расширение мер по обеспечению безопасности дорожного движения, увеличение объемов капитального ремонта, тщательный контроль качества дорожных работ в соответствии с региональными стандартами. По национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» до 2024 года на территории Верхневолжья будет отремонтировано более 1200 километров региональных дорог, свыше 260 километров из них в Твери. На эти цели из федерального бюджета планируется привлечь порядка 18 миллиардов рублей. Особое внимание губернатор обратил на необходимость четкого соблюдения планов, графиков работ и качественную подготовку проектной документации.